15 февраля в средствах массовой информации появилось видео, на котором связанные с террористической группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» ливийские джихадисты осуществляют бесчеловечную расправу над группой из 21 египтянина копта, которые ранее были захвачены в районе города Сирт. В тот же день президент Египта господин Сиси в телеобращении к согражданам заявил, что это преступление не останется без ответа. В Москве глубоко потрясены совершенным в Ливии злодеянием, ставшим очередным доказательством варварской сущности ИГИЛ. Мы солидарны с дружественным египетским народом и руководством Египта в борьбе с международным терроризмом. Выражаем соболезнования родным и близким жертв этой чудовищной трагедии. Случившееся подтверждает, что от преступлений террористов страдают прежде всего невинные мирные жители, будь то в Ливии, Египте, Сирии, Ираке или какой-либо другой стране региона. Россия будет и впредь оказывать энергичную поддержку в борьбе с этим глобальным злом на основе общепризнанных принципов международного права.